Православные жители Югры отметили Великую Пасху. Это главный праздник христианского мира. Впервые в этом году благодатный огонь Воскресенский кафедральный собор Ханты-Мансийска внесли не после, а во время службы. Специальным рейсом в Югру из Иерусалима его доставила делегация Ханты-Мансийской митрополии во главе с митрополитом Павлом. Христос воскресе! Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел заходит в терминал аэропорта окружной столицы. В руках лампада с благодатным огнем. Со святыни митрополит приехал из Иерусалима, где впервые стал участником богослужения в храме Воскресения Христова. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Благодатный огонь имеет особенное значение для верующих, является символом того, что Господь продлевает людям жизнь. В этом году его впервые удалось привести в окружную столицу к пасхальной службе прямым рейсом из Тель-Авива. Такой мощный луч вошел в середину храма, и потом кукле загорелся пучок свечей у патриарха, и патриарх в окошке сразу его подал. Ну и, конечно, ликование было такое непередаваемое. Все звоны звонят, все ликуют, все возжигают свои пучки свечей. Храм превращается в сплошное такое горение. После встречи огня в аэропорту его отправили в Воскресенский кафедральный собор, где шло пасхальное богослужение. Там его уже с нетерпением ждали верующие, ведь раньше его привозили только после завершения службы – воскресенье из Тобольска. Прихожане молятся и зажигают свечи о благодатный огонь. Его называют настоящим чудом. Многие православные каждый год совершают паломничество на Святую Землю для того, чтобы своими глазами увидеть его схождение. Пасха – главный праздник христиан. Верующие к нему тщательно готовятся. 40 дней поста, исповедь каждую неделю в храме причастия. Чувство праздника, особенно когда привезли благодатный огонь в этот день, это вообще чувство чистоты, как бы, да, и вера в вечную жизнь. Это у нас как-то с детства все это приучено, да, с самого детства мы как бы верим, ходим в храм каждое воскресенье, как бы надеемся и верим в то, что все будет хорошо. Лампады со святыни привезли во все храмы Ханты-Мансийска, а далее они направились в Сургут. В течение Светлой Седмицы до 4 мая благодатный огонь будет принесен во все храмы Ханты-Мансийской епархии. Ксения Калинина, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.